Мой старт сегодня получился очень плохим. Это биатлон. Здесь прежде всего, конечно, нужно показывать результат на стрельбе, а не на лыжах. Сегодня на первом рубеже я допустил очень много ошибок, и это уже такой нереальный штраф, наверное, для Мастарта с таким отставанием непростительно. Ну, совершил ошибку сам и за нее расплатился. Я начал не быстро, я шел в своем темпе, мы шли с французом, с Уркадом параллельно, потом я понял, что он очень медленно поехал, и я просто пошел в своем темпе. Да, я очень много анализировал, ехал, думал во время гонки, у меня шансов сегодня много было раздумать в одиночестве, но не сориентировался на ветер, я пристрелил сегодня почти в штиль, и после того, как я 3 промаха сделал, мне тренеры показали, что у меня вся куча была справа, и хоть мне и говорили сделать поправку, после первого рубежа 2 влево, 2 вниз, придя на второй рубеж, я лег где-то на 27-ю установку, и лег в такие же условия, как на пристрелке, я не делал ни одного щелчка поправки и стрельнул 0. Мы стараемся добавлять ходом, мы ищем постоянно себя, мы добавляем какие-то новые специальные упражнения, мы пытаемся разогнаться, но, конечно, я после сегодняшней гонки понял, что биатлон – это не только ход. Каким бы ты хорошим ни был на лыжне, все равно определяющий фактор – это стрельба и ход в совокупности. Я думаю, не хватило метров 5-10, я уже чувствовал, как его съедаю. Конечно, после финиша я понял, что нужно было чуть-чуть пораньше упереться, но я вроде бы пытался сделать все возможное, хотя бы, чтобы приблизиться на одну позицию ближе.